подписали соглашение о создании муниципального центра управления. На самом деле это такое практико-ориентированное соглашение, не просто рамочное. Основная задача муниципальных центров управления будет заключаться в том, чтобы улучшать взаимодействие органов местного самоуправления, с полностью жителями муниципалитетов через цифровые платформы. Область один из ведущих регионов в плане работы над транзисционным общественной организацией. И поэтому этот совместный проект, он очень важен, потому что, по сути, на основе этого проекта мы хотим выработать такой подход, который дальше можно уже распространить на территории всей страны.